Вот у нас классическая суммирующая машина. Такие выпускались под разными марками, конкретно это суммиры 7. Для того, чтобы ввести в нее слагаемое, достаточно опустить вниз соответствующие циферки на барабане. Вот я ввожу 15, например. 1, 5. Сумма сразу же высвечивается на верхней строке. Чтобы сбросить введенное слагаемое, нажимаю на переднюю педаль. Могу сразу вводить второе слагаемое. Вот 90, например. 9. 0 вводить не надо. Вот у нас получается сумма 105. Кстати, нажимать на педаль после каждого слагаемого не обязательно. Тут справа есть ручка. Если ее повернуть, то педаль фиксируется в нажатом положении. Это, конечно, не так удобно. Легче ошибиться, потому что не видно, что вводил. Но зато быстрее вводится. Для вычитания нужно перевести вот этот рычаг в верхнее положение и вводить вычитаемое. Опять введу 90, например. Вот, что введено, не видно, как можно заметить по видео. Возвращаем обратно в нормальное состояние рычаг. И вот разность 15. Ну, собственно, почти все. Осталась только функция сброса счетчика. Делаем оборот ручкой. И вот у нас нольки. Все.